Они стреляют из любого вида оружия и, не раздумывая, готовы отдать жизнь за страну. Сегодня это показательное выступление для тех, кому еще только предстоит присягнуть родине. Как бы это наш долг, мне очень понравилось. Защищать родину – это для меня впервые. Первое – это защищать своих родных, уважать свою страну. Свои двери казанский отряд спецназа Росгвардии открывает для школьников лишь раз в году, в преддверии 23 февраля. Экспонатов столько, что глаза разбегаются. Это зеленое чудо называется 82-миллиметровый миномет «Дева». Название у него такое «Дева». Все экспонаты можно подержать, а некоторые и примерить. Думаю, что это голос, что ли, меняет? Нет, это линия. Мне больше всего понравилось гранатомет. Нам очень много показывали пистолетов и автоматов. Мне понравилось пистолет-пулемет. Я считаю, что каждый мужчина должен знать, что впереди где-то там маячит армия, что защищать отечество каждый обязан. Во время экскурсии росгвардейцы рассказали, какую форму носят снайперы, в чем лучше отправляться на спецоперацию в горы, а еще сколько весит бронежилет и каска. Служение Отечеству – это поистине из древних веков святое дело. Поэтому я считаю, что именно с малых лет нужно прививать, рассказывать детям об исторической, значит, вот этой вот ценности в деле служения Отечеству. Гвардейцы не сомневаются, такие экскурсии – лучшее средство воспитывать в детях патриотизм. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.